Пересказ сказки Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь» за 25 секунд для ЕГЭ по литературе. Умный, но трусливый пескарь, помня заповедь своего отца жить так, чтобы его никто не заметил, решает жить тихо в своей темной норе. В итоге он, умирая в одиночестве, понимает, что если бы все пескари жили так же, то есть только и делали, что дрожали, то весь их род бы перевелся. Но даже напоследок «Премудрый пескарь» так и не смог побороть свой страх. Больше про ЕГЭ по литературе в телеграм-канале.